Дорогие друзья, мы находимся с вами на стенде компании SunGens. Это электрические печки для русской бани. И это принципиально новые печи в новом формате. Классическая печь от компании SunGens. Просто взяли глыбу и отсекли все лишнее. И получилась вот такая вот эстетичная, красивая, компактная печка. А мы находимся в тестовой парной, она прямо здесь, в Крокусе. Печка работает. Обратите внимание, пожалуйста, на температуру, которая сейчас в парной находится, и определенную влажность. Влажность, соответственно, добирается за счет работы с закрытой каменкой. Здесь у нас камень, и он достаточно нагрет для процесса парообразования. А это модуль, через который выходит теплый воздух, и руку вот так вот над ним держать достаточно тяжело. В условиях небольшой парной вы можете печку интегрировать прямо в полок. Обратите внимание, компания SunGens дает нам возможность интегрировать ее прямо в полок. Рамка подходит достаточно близко к деревянным поверхностям, но не нагревается. Облицовка вот эта вот в данном случае, она, конечно, теплая, горячая, даже можно сказать. Но тем не менее, мы с вами имеем возможность минимизировать пространство на полке, интегрировав эту печку в само банное пространство. Это просто потрясающее бомбическое решение для маленьких компактных парных. Посмотрите, здесь есть модельки, которые идут в кирпиче ручной формовки, естественно, с разной мощностью. Здесь есть неповторимые модельки в камне. Облицовка просто потрясающая, она такая шероховатая. И вот даже на камеру не совсем понятно, она идет с выбоинами такими. Очень красивая моделька. Для того, чтобы понять, что это за печка, мы вам покажем, как выглядит модуль, который дает жар и который дает пар. А они здесь отдельные, они разные. Отдельно паровая мощность, отдельно выход тепла. А вот перед вами модуль, так скажем, без купюр. Это электрическая часть для парообразования. Вот такой вот большущий модуль. Здесь закладывается частично камнем. Он выдает легкий мелкодисперсный пар температурой до камней, до 550 градусов. Не все дровяные печки способны дать такую температуру, поверьте. А внизу у этой печи отдельный модуль. Вот он. Он уже дает тепло. Он нагоняет температуру воздушными потоками. Тем самым вы можете задать любую температуру в вашей бане и добрать нужным количеством пара. Есть также трубки для автоподачи воды в закрытую каменку. То есть вы можете автоматически ее подавать, поставив клапан. Клапан пока в комплекте не идет, он поставляется отдельно. Друзья, за моей спиной облицовка печи, и вы не поверите. На самом деле это не просто печка из изразца, это агрегат, который вы можете создавать по своему образу и подобию. Это может быть кирпич ручной формовки, это может быть плитка, все что угодно. И если я вам сейчас покажу, вы очень удивитесь. Это все именно на базе агрегатов SunGens. То есть здесь стоят два агрегата, которые генерируют и пар, и выход тепла. И вы получаете эксклюзивный по своему виду объект на базе электрических печей. Поверьте, это настоящий прорыв.